В Люберцах временно приостановлена работа предприятий торговли сферы услуг общественного питания. Право продолжать свою деятельность имеют только продовольственные магазины, аптеки и предприятия, реализующие непродовольственные товары первой необходимости. Сотрудники администрации совместно с полицейскими регулярно проводят мониторинг городского округа. Наша съемочная группа присоединилась к очередному рейду. На этот раз под мониторинг попала улица Кирова. На этом участке города большое количество объектов, которые в нынешних условиях не имеют права работать. Двери непродовольственных магазинов, кафе и салонов красоты, как и положено, оказались закрытыми. В большей степени, конечно, пострадал бизнес. Это общественное питание, закрыты все рестораны, кафе, столовые, бары. Пострадало очень много предприятий бытовых услуг. Закрыты 3 кинотеатра, которые у нас на территории города. Ограничения это временные. Сейчас пока у нас по документам это до 1 мая. Но работа объектов торговли, которых не коснулся режим самоизоляции, это продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки, проходит не так, как обычно. Продавцы в масках и перчатках, а на полу разметка социальной дистанции. В принципе, меры здесь предосторожности соблюдаются. Дезинфекция кассовых зон и санобработка помещения также в списке новых обязанностей сотрудников торговли. Эти меры приняты для того, чтобы не допустить распространения вируса и поскорее вернуть жизнь в прежнее русло. Луиза Егазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.